слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Товарищи, 90-80% населения Пролы, рабы, не хотят знать, что и как происходит, коронавирусы, войны, уничтожают людей, геноцид славян, 2023 год, такое прекрасное далеко. Рабов интересует только домов, квартиры, бабки, а те, кто пишут законы, вообще все классно. Такое у нас будущее, Алиса, наступило. 2023 год. Граждане Советского Союза убивают друг друга. На территории, которая им не принадлежит по закону.